посмотри мне в глаза, Юль. При чем здесь едой, на? При чем здесь едой, Юль? Блядь. Ладно, я тебе это скажу по-другому. Вот мы, допустим, это бухаем. Слушай, Юль, ты смотри мне в глаза. Ты видишь мои глаза? Вот смотри, я бы, допустим, бухаю с едой, нахуй. Правильно, Юль? Допустим, я, допустим, видишь, короче, ну вот а так. У меня сыр в глаза, у меня более раз. Ты вот так. Ты меня достал уже, блин. Просто. Я, короче, на седом месте. Я, допустим, с седом, короче, бухнул. Я говорю, так и так. Там вот люди сидят, им хуёво. Он мне говорит, так и так, мне похуй там. Им хуёво или не хуёво. Я говорю, давай еще раз пизданем. Пускай он пизданет, я, короче, пить не буду, нахуй. Я, короче, принесу и поставлю, и все. Понимаешь? Я тебе еще раз объясняю. А, мне не надо нихуя объяснять, понимаешь? Мне не надо ничего объяснять, понимаешь? Мне не надо ничего объяснять. Это я тебе должен объяснять. Потому что, блядь, если ты, блядь... Я лишний сейчас, в данный момент. Я могу пойти, нахуй, я могу взять денег, нахуй. Тебе, блядь, принеси, я сейчас возьму сотку, нахуй. Мы сейчас вместе бухнем. А на кого мне орать, нахуй? Если мы, блядь, здесь, короче, подыхаем, нахуй, а ты там, блядь, где-то стоишь, нахуй, там, блядь, посасываешь, нахуй, блядь, тебе, блядь, все по кайфу, ну, ради бога, нахуй. Я тебе просто говорю, блядь, Миш, если тебе будет хуё, я тебе просто говорю, нахуй. Ты, да, я тебе объясняю. Мне не надо никуда объяснять, понимаешь? Это я тебе объясняю и поясняю, что почём, какие с мячом, нахуй. Ну вот. Если тебе будет хуёво, ну вот, ты, блядь, просто... Жек нам переливал. И не звони. А я сейчас пойду возьму, блядь, сотку, нахуй, соседки, нахуй. И сейчас Семён входит и возьмет вот. Понял, ёбки? Ну и всё, нахуй, ёбки, блядь. И рот закрою. А я его не открываю. А то я тебе его закрою.